На конкурс дети читают стихи для Лабиринт.ру. Здравствуйте, меня зовут Мирина, мне 6 лет, живу в селе Изровка, мой стих называется «Новый год». Что такое Новый год? Это все наоборот. Елки в комнате растут, белки шишки не грызут, заяц рядом с волком на колючей елке. Дождик тоже непростой, в Новый год он золотой, плещет, что испочит, никого не мочит. Даже Дедушка Мороз никому не щиплет нос.